Добро пожаловать в первую мини-игру в Trails in the Sky for the Third, дорогие зрители. И это аркадный шутер. Кто засунул аркадный шутер в кисики, признавайтесь, чья это была задумка? Не то чтобы я против, но у меня руки не очень ровные сегодня, так что, скорее всего, я буду много лажать, дорогие зрители. Впрочем, посмотрим. Патронов у нас настолько много, дорогие зрители, что можно не беспокоиться о том, что мы их когда-либо потратим. Так что, так, спокойно, спокойно! Понятно. Спокойно, спокойно. Без резких движений, ребят. Ай. Ай. Что тут есть? Так, 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 вон отсюда. А, понятно. Да, перегревается пулемет, поэтому скорострельность падает. У меня определенно начались проблемы, да? Из-за этого. Да сколько вас тут, господи! Что за жесть? Хватит! Хватит! Я вспомнил Краша Бандикута почему-то из детства, невольно. Он тоже был подобный режим. Рип. Так, сейчас дадим остыть ему. Ой, вот так вот, вот, дай только без ракет, пожалуйста, спасибо. Я на час сейчас отвлекаться не буду, ребят, простите, я вас не вижу. Не обижайтесь. Если бы до нас долетело, было бы больно. Очень больно. Не-не-не-не-не-не-не. Ау! Рип. Если что-то может пойти не так, он обязательно пойдет не так, да, дорогие зрители? Да сколько вас здесь? Да хватит! Я вас даже не вижу уже. Сколько можно? Что происходит? Хватит, хватит. Рип. Просто рип. Рип. Просто рип. Все? Ой, Райтакана. Это были последние? Вагаране! На, аншинва дегине на! Не знаю, но нам нельзя расслабляться. Джозетто! Микохо ни не цанно да! Джозетто, тепловой сигнал на 4 часа. Какунин дегиру га? Ты можешь понять, что там? Сейчас посмотрю. Нандаро? Хито га ноттеру митай. Что это? Выглядит так, как будто там человек внутри. Котти ни кару! Чем бы то ни было, оно идет сюда. Ну, то бишь, приближается. А, вон о чё. Мото кузок фузей га. Ятте крэру джанай ка. Неплохо для кучки бывших, глупых бывших бандитов. Масака. Коно Гильбарто сама га джики-джики ни демык кото ни нару то ва не. Ну и худача скоро придет конец. В конце концов, ни у кого нет шанса против всемогущего Гилберта. Юзин гата оба мапетто. Джи апаши. Вперед, Джи апаши. Коре йори. Яманикогу гекикасуру! Время подбить, Бобкэт. Чё, босс-файт, что ли? Дамеда, фурикиренай! Чёрт, его с хвоста не сбросить. Чиккой карададе нанте аруда! Мелкий, но назойливый. Киру! Сокудо уюрмен джанезо!
Что бы ты ни делал, не сбрасывай скорость. А, вакаттеру! Да знаю я. Джозетто! Чотто де и ски о цукуреруко? Ты можешь обеспечить нам попытку для... Ты можешь нам обеспечить побег, Джозетто? Макасете! Я попробую. Нантока ятте мири ё! Нет, я сделаю это. Да. Здравствуй, дружок. Тебя только не хватало. Хорошо, что ты у нас умеешь делать? Ага, то есть, я так понимаю, от этого вернуться никак нельзя. Прекрасно. Что такое? В смысле? Да, стрим опять лег, к сожалению. Да, стрим опять ложился, я не знаю почему. Куда ты делся? Ты где? Вернись. А ну быстро вернулся. Хороший мальчик. Виновата ли ракет, дружок? Полегче. Это еще что за фигня? А ну пошли прочь. Пошли вон. Слишком много. Да схватит. Гилбер, тебя слишком много. Пошел вон отсюда. Шел вон. Шел вон, я сказал. О, плохой Гилберт. Почему у нас нет контрмер? Самолеты умеют это делать, я знаю. Почему в кисиках еще не сбили контрмеры? Почему я не могу сбросить ракеты с хвоста? Почему я должен их сбивать вручную? Нечестно. Шел вон, я сказал. Шел вон. Ты уже дымишься, дружок, давай. Шел вон. Хватит, тут нет чего вкусного. Я не вкусный, уйди отсюда. Пока я тебе по заднице не дал, дружок. Давай, давай, шел вон. Шел вон. Фу-фу-фу. Ты что творишь, друг мой? Прекрасно. От этого нельзя вернуться, так понимаю, да? Великолепно. Это было больно, между прочим. А, я еще приближать могу, кстати. А, прикольно. О, довольно неприятно было знать, это только сейчас, на самом деле. Ой-ой-ой, как все плохо. Элит он, ага. Элита нищебродов. Шел вон отсюда. Да сколько можно? Хорош. Рип, да? Элиту, ага. Да когда ж ты уже упадешь-то, а? Да я знаю, что ворнинг. Это рип. Да, это рип. Ладно, у нас, по крайней мере, есть чекпоинт на нем. И мы теперь снова со 100% хп. Но это было неприятно, ладно. Ну, слишком много хп потерял просто в первой стадии, вот и все. И потом еще был не очень внимательный с самим Гилбертом.
Ну, по крайней мере, надо ее перезапустить, если что, что, в принципе, приятно. Ну, да, я согласен, что можно было пройти получше, но я говорю, у меня сегодня руки очень кривые, дорогие зрители. Еще и стрим падал, да, совсем замечательно, по-моему. Очень вовремя, как обычно. Да, озвучка Гилберта реально хорошая. Этого отрицать не буду. Подразнись мне тут еще, ага. Тебя много, Гилберт? Слишком много. Шел вон отсюда. Ну, пока это хоть какое-то разнообразие по сравнению с обычным игровым процессом, дорогие зрители. Это интересно. Физикам явно этого не хватало. Динамично, черт возьми. Что ж я так много-то, а? Начинается. Про Наюту я наслышан, да, Марик, да. Когда-нибудь и до нее доберемся, наверное. Да что ж жесткий-то такой, а? Когда ж ты уже упадешь, дружок? Хватит. Это достырный-то какой, а? Да наконец-то. До свидания. Нанте кото-да? Но Джиапачи на ябрелю нанте! Этого не может быть! Как мой Джиапачи может быть побежден? Парашют, а докуда? Курика? Где здесь парашют? Вот эта кнопка? Джигау! Курива Шоури, но Ксудамайо, но Химуда! Нет, эта кнопка отвечает за поднятие флага победа за мной! Rip in peace, как говорится. Доусыр? Кайшусыр га? И что нам делать? Спуститься и поим... и взять его? О! Что? А... Я
別にいいんじゃないか。Забудь, просто оставим его. Да, но Кампанелла 様も奴をお気に入りみたいだし。Лорду Кампанелле он, кажется, немножко понравился. Ты уверен? Да, кара косо. Да. Я думаю, что это еще больше, что это лишь добавляет нам к причине оставить. Наниширо Кампанелла 様はあの性格でいらっしゃる。Ты же знаешь, каков себя лорд Кампанелла. ありのままを報告すれば、むしろ喜んでくれそうじゃないか。Он определён, ему определённо это ещё большим развлечением покажется. Ма, соре мо сока. Полагаю, ты прав. Я-то! Я избавился от него? Соре мо... バレリア湖に落ちたみたいだ。人的被害の心配もないだろう。どうやら結社の奴らも尻尾巻いて逃げたみてえだな。よくやったジョゼット。お前の射撃がなかったら今頃湖に落ちてたのは俺たちの方だったかもしれねえ。Если бы не ты, мы бы сейчас сами в озере плавали. Ну, у нас почти это произошло, да, по моей вине. Я слишком кривые руки для этого, простите. Это вот... Вы теперь понимаете, почему я в шутеры не играю, дорогие зрители? А, хонтони мигото на мон дазе. Да, ты прекрасно справилась. Втори тому хоме суги датте ва. Ой, да ладно, не нужно делать из этого нечто невероятное. Киру ни даттара, ато скоши де фурикирете да тому си. Вы, скорее всего, и сами бы смогли избавиться от их от них, если бы у нас было больше времени. И вообще все это было возможно благодаря лидерству Дона. Оу. Ну, дошто, Джозетто? Что не так, Джозетто? Со датта. А, ну да. Мошкаште, втори тому мадаки ни штеру нока? Вы двое еще никак не успокоитесь. お互い素直じゃないというかなんというか。なんだかしら、нужно быть честным друг с другом, но все же。ほら、ジョゼット、言いたいことがあるんならさっさと言っちまえよ。Давай, Джозетто, если хочешь высказаться вперед. Верно. ごめんね、ドルニー。Прости, Дон. Джозетто, 俺を許してくれるのか。Но тогда ты типа простил? Кону фугай на Яниву! После всего, как... После того, как я напортачил... Такара... Суда ты иттеру жа! А почему бы еще я перед тобой извиняюсь? Нандому ивазе найде ё! Не заставляй меня повторяться. Дорни! Да что с тобой? Курева! Курева нанте сиавасе моно нанда! Я с... Конна кавайи имото ни мегумарете... 俺みたいな過保者はいねえ。Я самый удачливый сукин сын на том свете. У кого еще, может быть, такая прекрасная младшая сестра, как ты? Ни у кого. Вот у кого. Ямете ё, Дорни! Минна ни кикоечао жан! Прекрати, тебя все услышат. Ой-я! Прости. Соре то, Кири ни, симпай какете гомен. А, и ты, Кайл, тоже прости. Хонто ни...ありがとう。いい、спасибо。よせよ、ジョゼット。俺は別に何もしちゃいねえさ。いやー、ザブチ。お嬢！お嬢はいますかい？えい、ваша… Блин, как это перевести? Ваше корабельное сиятельство здесь? ロッシー、一体どうしたの？Я здесь, но в чем дело? Я, Саки, цуминио котоэстер токини кизуитан десу га не? Ну, я тут проверял груз, после того, как нас атаковали. Соко на юка ни, конна футон га очтетан деса. И я нашел этот конверт на полу, на склоне. Наника кокору атари не ка то омотте. Просто хотел спросить, может вы что-то знаете о нем? Соре тте... Оп. Масака! Разве это... どうやら届け先にも行ってなかったみたいだな。похоже, что наш клиент не получил ни нашего письма, ни своего чека. これってやつは、
どこまでドジなんだか。Блин, каждый раз, когда думал, что дно уже пробито, снизу стучат. Коре нам ですかね? Так или иначе, вот, держите. Роско протянул конверт. Тэкокуно-футо. Яппари. Это из империи. Я уверена. Нанька, мундай демо аттан ска? В чём? Моу кайкетс шта кара дайжобу. Было дело, но сейчас всё в порядке. Тодокете курете аригато. Спасибо, что передал его мне. Я! Коннано, нан демо най сё. Да. Всё что угодно для вас и ваша корабельная сеть. Да. А ся, коре де. Ну ладно, вернусь к работе. Фу, ториайзу тегами га бужи де ёкатта на. Я рад, что мы нашли письмо. Нам повезло. Дейтай нан те кайте арун да? Ну что ж там написано? Фу. Не. Ну да, почитаем. Мосугу тэйкоку шипатс сурун датте са. Похоже, что он скоро покинет империю. Нан демо. Хито о сагаштеру раси йо. Говорит, что он, кажется, кого-то ищет. Сока. Оцуги ва доко е мукау но яра. Интересно, куда он дальше направляется. Де, Джозетто. Умае но месседжи ва най но ка? Я думал, там, может быть, будет ли что-то личное для тебя или что-то такое. Ну, тут есть, но тут немного. Аммари коу цмезу ни. Тама ни ва ясуму кото мо васрезу ни. Он просто говорит не забывать расслабляться время от времени и приглядывать за нами. Саригенай га ки га китеру жанай ка. Ну, по крайней мере, он заботится о тебе в собственной манере. Де, соно шта ни? Ну, тут еще кое-что есть, впрочем. Соно шта ни? И что же? Коре ва ноу тенки онна да не. Это от мисс палка вместо мозгов. Ганбару но мо ии кедо. Карада о куаштара мотомоку му най ва йо. Нет ничего плохого в том, чтобы вести себя жестко, но если ты в итоге пострадаешь, то какой был в этом смысл? Йокей на осева да йо! Пусть не резится не в свое дело. Ха-ха, соря мата ано джо-чан раши на! Ну, похоже, что она могла что-то подобное написать. Шкаши ма, ваза-ваза таёри о курэру нан за хонтони аригатай готта. Определённо мило с их стороны написать нам письмо, да? То соуко штер учи ни, дайбу джиган га татчиматта на. Так или иначе, перерыв закончен. Ташкани. Амари ючоу ни мо штераре най не. Да, нужно поторопиться, если хотим доставить следующую посылку в срок. Хе-хе. Тобас кай, аньки? Значит, мы ускоряемся, Дон? Да, скоси бакари кёри о казэй де окто суру ка. Да, нужно достать упущенное время. Сэйдёк 90% маде джошоу. Джисоку 2000 селджу маде спиду аппу да. Ускоряйся до 2000 селджев в час, 90% скорости. Айса! Да, сэр. Ну, всё хорошо, то хорошо заканчивается, так полагаю. И, видимо, на этом у нас заканчивается «Двери Жерзетты», дорогие зрители. Надеюсь, она вам понравилась, она была довольно динамичной, интересной. Сюжет, ну, он был, не так уж много, но тем не менее. Приятно видеть, что ребят не отчаялись и открыли свое дело. Это реально круто. Леди Шип — это не игра слов вокруг леди и корабль, а указание на принадлежность дамы к высшему сословию. Леди было бы ближе всего по смыслу. Я понимаю, Дамарик, что это указывает на ее высокое происхождение, но, типа... Ну, да, нет, я не спорю, что ты прав, просто, ну... Как бы, я не догадался, как соединить это в одном, скажем так. Оу, какой интересный кварц. Такого я еще, кстати, не видел. Давайте посмотрим, что он делает. О, и Жозета получила из крафт Бобкэт. Не то чтобы мы будем им пользоваться, но спасибо. 3000 мира тоже пригодится. Окей, это было неплохо. Что ж, дорогие зрители, ну а в следующей серии в таком случае мы с вами отправимся дальше в глубины города, а именно на арену, раз уж она у нас теперь открыта. Ну а на сегодня будем прощаться. Большое спасибо за внимание, уважаемые зрители. Удачи вам всем и новых встреч, новых сериях Force in the Sky The Third. Увидимся.